Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс «Человей» изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Отвали перчатки, сам знаю. Я тут не впервые. Мы успеем на выступление? Еще и время останется. Потом на аттракцион исходим. Человек расположен на платформе ИКАР. Передовое достижение науки. Платформа ИКАР была запущена в 1950 году. Ключевые и работают самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Мальчик, одиноки не желаете. Себя осень. Опять сипуха, дерево застряло. Всегда веселюсь, когда вижу. Навигационная система роботов непрерывно совершенствуется. Заметно. Погода прекрасная. Красота. Что с твоими машинами, Андрей Михайлович? Что они у тебя разбегали? Совсем Вовчиков распустил. Поломались они с утра, что ли? Третьего нас особенно сбоит. Мне фасады красить к празднику, а они вон что исполняют. Да, это код управления. Я настрою. А ну, держи свинку. О, спасибо, бабуль. Код 0451. Так, давай-ка. Построились. И ну работать. Ух ты! Получается! Спасибо большое! С праздником вас! Доброе утро, сынок. Как настроение? Отдохнул? Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно отдохнул. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаузен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой позже. Вас понял. Товарищ майор, вам надлежит прибыть в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль-турбина. Вам все понятно? Понятно, не занудствуй. Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануд. Столько счастливых и благополучных людей на улице, как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет.
предприятие 38. Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Давно пора. Не-не-не, спасибо. Я просто смотрю. Зачем смотреть, когда можно получить это уникальное персональное устройство прямо сейчас? Я могу подобрать вам нужную конфигурацию, вплоть до цвета. К вашим глазам подойдет фиалковый. Вы ведь уже прошли полимеризацию? Угу. Вы даже не представляете, насколько. Разве мысль заработает раньше понедельника? Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам разрешается опробовать мысль уже сейчас. В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налобного фонарика, но и позволяет привыкнуть к ощущениям от его ношения. Она же бесплатна? Абсолютно. Давайте я вас подключу. Ну, подключай. Странно. Не могу получить доступ к вашим биометрическим данным. Возможно, какой-то сбой. Извините. Ладно, не парься. Я все равно не люблю бижутерию. Бывает. Извините еще раз. С праздником! Эй, ты, перчатка экспериментальная. Я рассчитываю, что польза от тебя будет больше, чем от этой нелепой брякушки на лбу. Раз ты такой уникальный. В моей уникальности у вас еще будет возможность убедиться. Напоминаю, что вы должны называть меня Храс, хранитель знаний. Я тебе ничего не должен, перчатка. Здравия желаю, майор Нечаев по личному указанию товарища Сечного. Добрый день, товарищ майор! С праздником! С днем рождения коллектива! Угу, я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется, перед вами будущее советского образования. Личная разработка академика Сеченова «Полимерное просвещение». Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания, например, физико-математического вуза. И вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны как... Ой, да-да-да, знаю. Можно пропустить эту премию? Простите? Ну, конечно. Перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Зажмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется.
Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Окстись, дочь моя! Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность видеть скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. Товарищи, напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. Покойтесь, грешники. Я Дмитрий Сеченов, а это предприятие 38. Добро пожаловать в будущее! Один шаг отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир, что привычно нам с рождения. И это не просто красивые слова. Вы видите, как изменился наш любимый Советский Союз за минувшие десятилетия. Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, натерлик. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Все шедевры мирового искусства. Все это станет возможным после того, как вы разместите мысль возле... Величайшего события в истории человечества. Проходите в холл высотки. Один шаг
отделяет нас от удивительного и невероятного эволюционного скачка, который полностью изменит весь мир, что привычно нам с рождения. И это не просто красивые слова. Отрадно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже подана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я, натюрник. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. Это размах. Наука — это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Кроме болтовни всяких электронных перчаток. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Код принят. Автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. Спасибо, гений. Без тебя бы я точно не догадался. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, Петри. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Субтитры сделал DimaTorzok.
Когда на электродвигатели поставят, вот это будет здорово. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Ну, радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Да, я только что оттуда, не надо. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силы. Мы заготовили достаточное количество устройств мысли. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск, председатель горосполкома товарищ... Можно же просто музыку. Другое дело. И на все деньги купи целое море цветов. Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Я вижу, вы наконец-то соизволили вылететь на задание. Не прошло и часа. Sehr gut. Я Вольман, фюрер. Что вы сказали? Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Герр Штокхаус. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. Вам не кажется, что это было уже слишком? Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивит. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и прохиндей. Скажите, не сочтите за труд, а вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу Колымаке? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобиле турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «Шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? Летающую свинью? Вы где-то видели летающих свиней? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел. Заткнись. Лучше дай послушать. В чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Тут ни разу не был. Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих
для нужд комплексов предприятий. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час. Управляемые удаленным узлом нейросети. Коллектив 1.0. Научный центр Сечина, основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под Солну, способными питать электричеством весь комплекс ВДНХ, находящийся здесь же парк Дружбы Народов, близлежащие поселения и железнодорожные нити Маглев. Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стелу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возведенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса Вавилов, место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете стеллу «Серп страны» по эскизам скульпторов Мухиной и Гебальниковой. Нейросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Уверены, вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего советского народа. Он начинает боевой разворот! Товарищ майор! Чего она начинает? Почему? Осторожнее! А мне-то что с этим делать? Да вот дерьмо! Товарищ майор, давайте руку! Я провожу вас в комплекс Вавилов! Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штатном режиме, как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты, ублюдок, Желез! Ты что творишь? Полети нахер отсюда, придурок! Как невежливо с их стороны! Работа лифта восстановлена. Да отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа и произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Ой, пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена? Внимание!
Как же болит башка. Волшебник, я П-3, прием. Сынок, ты в порядке? Я в норме, Шин. Но вокруг меня все совсем не так, как должно быть. И все это явно началось уже давно. Какие будут указания? Предатель Виктор Петров взломал центральный узел коллектива. Гражданские роботы атаковали работников предприятия. У Петрова есть коды доступа к узлу. Тебе нужно найти Петрова и доставить его ко мне живым. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции Виктор Петров. Объект должен быть найден, взят живым и доставлен к вам. Совершенно верно. Отбой. Слушаю вас, майор. Что известно об объекте задания? Виктор Петров, главный инженер сети коллектива 2.0, был своевременно выявлен и арестован за предательство Родины, после чего был отправлен на принудительные работы в комплекс Вавилов в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. С чего начать поиск? В данный момент Петров находится где-то на территории подземного комплекса Вавилов. Необходимо найти способ попасть внутрь. Пошли искать. Эй, мужик! Иду! Ты там живой? Твою мать, отвалите! Пошел нахер, сука! Ты рот раззявил. Чуть не нахлебался там. Руку давай. Не ожидал просто. Ты будь внимателен. Вокруг сумасшедший дом. Да я уже заметил. Спасибо, мать помогла. Ага. Не за что, молодой. А ты вообще откуда? Да так, мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. А больше тебе знать не обязательно. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей. И те, кто не успел скрыться, им... Каюк! Мне бы оружие раздобыть. У тебя есть что-нибудь? У меня есть. Но я тебе свое не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он... Прямо под нами. Я тоже туда иду. Там вроде безопасно. Твою мать! Пчела! А чтоб тебя! У нас 30 секунд! Двигаем! 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля! До полного пиздеца! Работает! Иди сюда, громила! Иди сюда! Быстрее, 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 быстрее! Ну-ка, бери этот ключ и крути вправо! Сука, вправо! Да, вот так. А я их пока задержу. Мать, да ты при арсенале, блин. Ты что задумал? Так. Два дня мне покой не давали. О, получите!
это у тебя откуда? Ты малой. Может, лучше я? Ключ держи. А я уж тут сама. Вляпался, блядь. Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Так меня надолго не хватит. Первая железка чуть на тот свет. В уничтоженных роботах находится капсула с непремом. Нейрополимерным реанимационным медикаментом. Извлеките ее и используйте. Для экстренного восстановления повреждений. Майор, будет не лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю, ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярого Абалана для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Ты зачем это включила, а? Товарищ Муравьёва. Велено так при вашем появлении. Приказ у меня документировать. Ну так и документируй себе, а меня записывать не надо. Пропусти, говорю, я по делу. И не товарищ я тебе Муравьёва, а баба Зина. Не велено вас пропускать, товарищ... баб Зина. Ну распоряжение сверху, не могу. Чё это?
Позвольте совет. Ты что, не видишь, я занят? Старайтесь не пропускать мощные атаки робота. Да они все мощные. Атаки, выполняемые роботом в состоянии энергетического всплеска, особенно мощные. Они способны сбивать вас с ног. Твою мать, ты что сразу-то не сказал? Майор, будет не лишне собирать прочие ресурсы, встречающиеся на пути. Напоминаю. Ваше снаряжение укомплектовано особым рюкзаком Ярова Абалакова для хранения имеющегося инвентаря. Он уменьшает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Угу. Чудеса науки. Фантастика, да и только. Твою мать, какого хрена здесь все везде заперто? Как только роботы стали нападать на людей, был активирован экстренный протокол. Территория предприятия 3826 блокирована, включая внутренние сектора. Ну и как мне открыть эту дверь? Там. Что-то не так. Твою мать! Солдат, очнись. Супер, еще чуть-чуть. Ты как? В норме. Сколько пальцев видишь? 4. Отлично, вставай. Мне нужна твоя помощь. Это еще кто двое такие? Мы принесли тебя сюда. Зажми рану. Зажми. Это на твоей совести. А ты еще кто? Врач. А имя у тебя есть? Сейчас мне не до любезностей. Зажим. Зажим, зажим, зажим. Принеси сюда. Сейчас. А это здесь откуда? Быстрее, ну что копаешься? Нейрополимерная капсула. Она не нужна. Как тебя зовут, док? Я Лариса, много вопросов. Так, ладно, держи тут все сама, куда, разберешься. Куда? Она бесполезна, нет оборудования. Уже есть. Отлично. О, хоть что-то вовремя. Много вопросов задаешь. Пригнись! Лариса! Охренеть! Надо избегать луча!
Отбегалась, железка долбанная. Раз. Куда ведет шахта, в которую ползла Лариса? Сложно прогнозировать. Вентиляционная система имеет очень разветвленную структуру. Ладно, с этим разберемся позже. Это что за монстр на двери? Залог? Да неужели? Открывай уже! Давай быстрее, время уходит. Не могу помочь в этом вопросе. У меня нет функционала для взлома замков. Вам придется самостоятельно отыскивать способы взлома. Не сомневаюсь, что вы окажете. Получилось! Детская колыбельная. Не к добру. Раз. Что там за дверью впереди? Судя по голосу, Элеонора. Очень опасный противник. Твою мать! Что еще за херня? Ах, какой мужчина! Обожаю эту шею! Милый, позволь отвезти тебя к кровати! Дорогой, не надо сопротивляться! Тебе понравится! Не позволяйте ей связать вам руки! Да я пытаюсь! Не видишь? Тросы стальные! Поднесите меня к ее сенсор-манипулятору! Скорее! Так волнительно! Непокорные властные мужчины меня заводят! Сейчас я тебя заведу! Только добраться до тебя! Ах, какой сильный! Обожаю мачо! Я вся горю! Ближе! Я не дотягиваюсь! Сейчас стараюсь, сильная тварь! Я к твоим услугам, милый! Мечтаю порадовать тебя! Что я могу тебе сделать? Вскоре вам будут доступны и другие умения, а сейчас выберите шок. Так уж и быть. Теперь дайте, я покажу, чем на самом деле профессионально занимаюсь на данном предприятии. Я уж видел, ебаный пирог. Буквально. Я... Открою вам окно, модерн, но я способна на гораздо больше. Легкая непристойность топором лишь аванс, мой сладкий. Тебе понравилось, милый? В восторге. Неплохо. Этим грозным оружием ты расколешь черепа своих врагов и принесешь мне подарки. Тогда однажды мы с тобой устроим настоящую грязь. Ха, с чего бы я тебе подарки-то нес? Потому что девочки любят подарки. Потому что ремшкафу нужны ресурсы, чтобы перерабатывать их в предметы. По счастью, ремшкаф непривередлив. Правда, некоторые улучшения могут потребовать уникальных вещей. Но на предприятии, само собой, чего только нет. Само собой, товарищ майор. Так, отлично. Лифты не работают. Какие варианты? Лифты обесточены. Их можно запустить, если подать питание. Пойдем искать рубильник. Еще бы понять, где тут электрощитовая. Ее по проводке искать надо. Но все провода убраны внутрь стен. Утечку электричества можно. Подсобка на замке.
Как, блин, приятно. Тут щелчок пальцами не поможет, нужен ключ. Раз. Дай догадаюсь. Ты, конечно же, открыть этот замок не можешь. К сожалению, нет. Но я могу поставить вам отметку, где искать ключ. Он должен быть где-то неподалеку, в рабочих помещениях. От тебя начинает появляться польза. Это радует. Осторожно! Перейди в камеру видеонаблюдения, Ромашка. Если оно нас засечет, сюда сбегутся роботы. Без паники. Любую камеру можно сначала отвлечь броском чего-нибудь, а после вывести из строя электромагнитным импульсом. Знаете, как обходить камеры? Я думал, что настоящий профессионал действует значительно тоньше. Иногда приходится действовать потолще. Со мной не такое было. Теперь мы сможем попасть в электрощитовую. Только сначала я тут хорошенько осмотрюсь. Нужны запчасти для модернизации оружия. С таким дерьмом я много не навоюю. Не буду вам мешать. Это правильное решение. Так, вставляем печеньку. О, даже замки любят печеньки. Храс! Слушаю вас. А ты любишь печеньки? Это лазерное реле системы пассивной безопасности. Знакомая штука. Тут требуется... цветовой код. Кодов у нас, к сожалению, нет. Попробуйте подобрать его логически. Что, правда? А я-то собирался стоять тут до тех пор, пока оно само не включится. Попробуйте сопоставить цвета лазерных лучей с цветами индикаторных ламп. Это должно помочь. Порядок. Питание восстановлено. Можно возвращаться. Коля, а что это за вовчики в черном корпусе? Обычные ВОВ А6 меня слушаются и вежливые. А эти... Ну, и... В какой из них заходить? Предлагаю в правый. То есть ты не в курсе? Тогда я пойду в левый. Ну там, как бояли какие. Ходят где хотят, на приказы не реагируют. А вчера он меня толкнул и даже не извинился. Даже жутко. Для облегчения навигации я пометил вам, куда нужно идти. Я вообще-то не тупой. Сам разберусь, как именно мне выполнять задание. Я лишь хотел упростить вам задачу. Ты мне... Напоминаю, дверь закрыта на электромагнитный замок.
До тебя что, блин, туго доходит? Извините, не мешаю. Пути вперед нет. Придется ехать. Куда именно? Петров совершил побег во время работы в холодном цехе комплекса Вавилов. Имеет смысл начать поиски оттуда. Ну как попасть в холодный цех? Для этого нужно добраться до распределительного центра. Туда ведет эта фуникулерная линия. Вообще через полимер можно проплыть. Я люблю так перемещаться. Словно в океане с китами, дельфинами плывешь. Как я должен ее перезапустить? Вот он, пульт. Ну и, конечно, замок. Вот вы их любите. Но это что-то новое. Индикаторная комбинация? Да я ее год подбирать буду. Давайте поищем вокруг. Может, у кого-то есть пароль. Пусть придет в движение. Хоть что-нибудь. Это... Ой, надеюсь, сработает. Фуникулерная линия активирована. Уважаемые пассажиры, займите свои места согласно купленной готовой к поездке. 10, 9, 8, 7, 6. Поехали. Тоннели раздолбаны в хлам. Доехать бы без приключений. Что спокойно не доеду. Куда ж без вас? Осторожно! Обрыв впереди! Вижу! Нам необходимо как-то двигаться дальше. Но, признаюсь, я затрудняюсь определить, как именно. На руках, по стене. Как еще? У вас есть альпинистская подготовка? Я майор спецназа, а не гражданский офицер, протирающий штаны за клавиатуру. У меня хватает разных подготовок. Не стану скрывать, я этому весьма рад.
Это ведь был Бурав? Горнопроходческий робот? Совершенно верно. Бурав способен на огромной скорости бурить даже самые твердые горные породы. Советская наука возлагает на него большие надежды в свете предстоящего освоения планет Солнечной системы. Вы о чем? Буравы – лучшая отечественная разработка. Когда заодно вышла, вы, товарищ, знали, что их запрещено экспортировать за границу? Просьба передать оборудование управляющим и проследовать в отдел социального контроля. Почему их запрещено экспортировать? Слишком передовая технология современного градостроительства. Метро можно построить за месяц. Любой тоннель. Да что метро? Их и на Луну готовили. Для терраформинга. Ну и, конечно, секретность. У Урала обшивка крепче, чем броня у танка. Пластины СПД аж без маркировки. Наука. Вы обслуживали Буравов? С первых дней с ними вместе. Мы тут почти все предприятие возвели. Когда-то тут ни моря искусственного не было, ни полей, ни лесов. Что уж там про фуникулерную сеть говорить. Одни горы были кругом. Сейчас не каждый вспомнит, как тут раньше было. А все отсюда. Как же я люблю полазить по всяким долбанным закоулкам. Охренеть, блядь. На фуникулёре. В нормальной обстановке сеть фуникулёров связывает между собой все подземные объекты предприятия 3826. В следующий раз... Спасибо, я как-нибудь пешком. По поверхности. Моя остановка. Комфортная была поездочка. Это сложное охранное устройство. Просто так ее тут никто ставить не будет. Мир, ты вернулся. Почему так долго? Мне было так одиноко без тебя. Ага. Просто дай мне защиту от лазера. Ах, какой брутал. Я все дрожу. Помести в меня свой полимер. Не позволяйте ей своевольничать. У нас мало времени. Не слушай его, милый. Ладно, я понял. Будет тебе полимер с компонентами. Главное, установи защиту от лазера. Как пожелаешь, Мит. Защита установлена. Попробуйте пройти через лазерную стену с разбега. Я после такой жести готов пройти с разбега через любую стену. Твою мать, больно. Ни хрена себе защитился. Чуть не убил он нафиг. Чуть не убил — это лучше, чем убило полностью. Согласен. Идем искать предателя. Доберусь до него, оторву, блин, что-нибудь лишнее. Как ты себя чувствуешь? Тебе удалось все подготовить? Не волнуйся, милая, со мной все в порядке, операция была безболезненной. Хорошо, тебе надо скорее уходить, в комплексе ходит человек. Он вооружен и на нем экспериментальная полимерная перчатка. Должно быть, это человек Сеченова. Лариса, ты разговаривала с ним? На него обрушился Бурав. Мы принесли его в медблок, а потом... Я не знала, я не могла его оставить истекать кровью. А стоило бы! Это избавило бы нас от возможных проблем! Мне страшно, когда ты говоришь такие вещи. Жди меня на выходе. Я скоро буду, милая. Надеюсь, у нас еще есть время. Надежда умирает последней, друг, руки за голову. Виктор,
Что происходит? У тебя что, со слухом плохо? Я сказал, руки за голову. Виктор! А кто вы такой? Виктор! Офицер по особым поручениям майор Лича. Это был последний вопрос, на который я тебе ответил. Тебя вызывают Пчеломей. Виктор, спасайся! Пчеломей. Конечно, товарищ майор. Нападение. Че? Нападение! А ну, командует роботом, прям как своими собственными. Вели за собой, как казалось. Предатель Петров унес с собой энергоэлемент свеча, запитывающий систему аварийного открывания двери. Без свечи дверь не открыть. Он бы еще другую. Не может же быть одна свеча на весь комплекс. Нужно спешить, иначе Петров успеет покинуть этот сектор, и его придется искать заново. Мне что, ее всегда в руки держать? Свеча — это сложное нестабильное оборудование. Ее нельзя помещать в рюкзак вместе с другими вещами. Существует высокая вероятность взаимной деструктуризации. Взрыв, что ли? Не обязательно. Но свеча выйдет из строя. Понял. Придется таскать. Свеча достаточно прочна. Вы можете уронить или даже бросить ее специально. С ней ничего не случится. Ясно. Погрузчики свихнулись. Тоже Петров постарался. Будьте осторожны. Погрузчик очень прочный робот. Его простым топором не одолеть. Всяких психов хорошо усмиряет электрошок. Хоть живых, хоть металлических. Ублюдка не размазала попу. Петров нужен нам живой. Необходимо поспешить. А я, блин, по-твоему, чем занимаюсь? Судя по всему, в альгоцехе случилась разгерметизация производственных емкостей и произошла утечка экспериментального материала. Сейчас это только на борт.
прекрасного персонала. Не покидать. Так, что это у нас? Объект Луна представ... Одна есть. Опять эта матрешка. Надо обойти. Не торопитесь, товарищ майор. Понимаю, что взаимодействовать с ней вам неприятно, но целесообразно выяснить. Не вы. Милый, наконец-то! Я так скучала! Ты уже избавился от этой дурацкой перчатки? И не надейся. Обожаю, как ты надеешься. Да, да. Ругай меня. Я буду. Дел. И подвесил, что оно похотливого слизняка. Чего? Ты опять кого-то убил? Вот же тварь, а. Милый, ты так долго в меня не входи. Скажи, милый, тебе понравилось? Я очень старалась. О, да. Крас! Зачем этому больному психу понадобился ремшкаф? Для чего Петров хотел взять под контроль Элеонору? И зачем ему оружие? За него дерутся роботы. Предатель понимал, что подвергшиеся агрессии роботов сотрудники попытаются защищаться. А солдаты, охраняющие предприятие, предпримут попытку получить более мощное оружие. Видимо, побоялся, что кто-нибудь наткнется на него случайно и пристрелит предателя, как заразный свинь. Очень может быть. Ремшка. Повторяю. Внимание сотрудников, имеющие в контакте с теплокровными экспериментальными образцами. Немедленно обратитесь. Вторая есть. Внеплановой диспансеризации. Готово. Вроде заработал. Чувствуется сеченовский размах. Что это за место? Это архив семенного фонда. Сердце комплекса Вавилов. Здесь хранятся образцы семян различных растений, специально выведенных для засеивания Луны и Марса. Потрясающие результаты уникальных экспериментов рискуют погибнуть. Пироги. Визуально это скорее блины, но конструктивно ваша оценка более точна, майор. Да похуй, Крас, не время!